Здравствуйте, дорогие друзья! 27 октября 2022 год. Приветствую вас в поселке Витязево. Зовут меня Юрий Азаровский, и Витязево становится многолюдно. В общем, в Анапском районе размещено уже около 8 тысяч беженцев с Херсона. Ну и тех людей, кто приехал на отдых оттуда. И якобы, получается, вот в таком формате люди ждут, надеются, что вернутся. Посмотрим, что будет происходить 30 числа. Витязево тоже стало многолюдно. Именно из-за того, что у нас начали заезжать сюда беженцы на улице Мира. Там несколько отелей, они также приехали. Хорошо это, плохо, не знаю. Я за то, чтобы людям помогать. Все-таки будем надеяться, что будут нашу помощь воспринимать хорошо, с добротой, с теплом и отвечать взаимностью. В общем, говорят о том, что должны разместить в Анапском районе 23 тысячи беженцев из Херсонской области. Вот вопрос задают подписчики, говорят, а почему все в Анапу едут? Почему не Крым, Сочи, там еще куда-нибудь? Вроде бы в Крыму тоже принимают, но потом отправляют в Анапу. Я, честно, не знаю ответ на этот вопрос. Такой же у меня звучит, как и у вас. Вопрос, почему же только Анапа? Говорят о том, что, опять-таки, это все слухи. Будет в Анапе выделено около 3000 квартир, но я не знаю, откуда они возьмут такой большой жилищный фонд, чтобы разместить всех беженцев. Кстати, здесь опять было подтопление, видите, нанесло этих листиков, хотя водичка отсюда особо никак не может там заходить. Вот такие вот дела, дорогие друзья. Ну, а сегодня на обзоре у нас будет Паралия. Посмотрим, как она живет, что там интересного. Видите, что семьи с детьми, просто взрослые люди прогуливаются. Ну и сама Паралия все равно выглядит безлюдно. Если взять тот же самый район Феи 3 Джимате, то там подкрывалось огромное количество точек и все запустилось. Здесь же у нас Грека работает с левой стороны, с правой стороны работает магазин продукты 24 часа. Все остальное уже перекрыто, закрыто и ничего совершенно не работает. Все выглядит так, как будто оно тут вообще никому и не нужно. Но это все лишь до следующего сезона. А вдруг, конечно, если приедут 23 тысячи человек, то здесь надо будет размещать людей по всем отелям, и возможно, что все запустится. Ну, хотя бы частично. Всем вам полет понравился. Вальма работает. Звучит музычка, так прям приятно. Прогуливающий такое ощущение, что даже фрегат открыт, потому что там как бы не убрано, а так красиво. И можно увидеть, как у нас Паралия одевается в осенние наряды. Листочки такие красивые. Хотя еще есть и цветы, которые продолжают своими бутонами радовать нас. Все привычные места нам закрыты. Ничего особо не работает. Но вот эти краски, конечно,
просто восхищение вызывает. И убивают люди, которые ломают нашу, так сказать, мебель на параллели. Вот там коты сидят, смотрите. Мне, конечно, присылали дождевые потоки вчера, которые были. Сейчас вот по количеству листиков в ливневых системах я вижу, что действительно здесь как бы неплохо водичкой заливало все. Ромик не продает свои блины, не наливают вино. Ребята не делают хинкали, не танцуем мы в причале. В общем, мы скучаем по параллели. Очень много людей, кстати, вот пока я летал, заинтересовались моим квадриком, подходили, спрашивали, что как, почему. Ну, и классно то, что мне выдался такой прям коридор пустыны, без народу, удалось полетать. Еще очень многие подходят, как туда пройти, сюда пройти, прям чувствую себя как летом. Все ребята с Херсона именно. Говорится, хорошее времяпровождение к нам, и чтобы поскорее была возможность вернуться домой. Все только об этом и говорят. Все поразбирали, и не узнаем мы все эти маршруты наши. О! Целое семейство на самокатах. Здесь универсам копеечка работает, и возле него также еще один котейка охраняет. И второй котейка. Сколько котеек вы увидели, ребята? Каждый себя развлекает как может. Кто там в нарды играет, ребята? Олени наши. Там гуляют парочки, причем разных возрастов, и красота разная. Кафе встречи у нас закрыто. Не работает до следующего года. Здесь у нас меридиан. Ждет своих туристов. Слушайте, люди вроде бы есть, но грустненько все равно как-то. Хочется побольше народу, чтобы было. И вот мы дальше проходим на параллели. Жалко, у меня всего лишь две батарейки. Третью я так и не нашел, где-то у меня еще лежит. Так бы сейчас еще и здесь бы снял бы пролет. Было бы интересно посмотреть. Ну, в следующий раз я надеюсь, что батареечка найдется. Потому что покупать новые еще, блин, 6 тысяч рублей как-то я, в принципе, не готов сейчас. Листочки здесь у нас что-то не убирают. Но это временно. Уверен, что в ближайшее время порядки наведут. Даже мусорки пустые стоят, и говорится о том, что мусор у нас убирается. Красота. Узнаете знакомые места? Столовая и шашлычная «Орион» уже закрыты. Никто ничего не жарит. Мне очень нравится, как отражаются облака. Точно, все равно как-то тепло, хорошо, классно. С ребятами общался, подходили тоже. Спрашивали, говорят, на море небольшой ветерок, а так вообще, в принципе, все классно. Температура воздуха у нас сейчас показывает 17,6 температура. Великолепная для прогулок. Даже лучше не надо. И здесь вы можете видеть, что люди присутствуют. И слева, и с правой стороны, и розы цветут, и красоту дарят нам. Слушайте, причем, видите, некоторые бутоны так прям стрёмненько выглядят. А здесь даже такие свежие, только распустившиеся. Фантастика. По осени, в конце октября, это великолепно вдохнуть аромат роз. Улица серебряно-знойная, можем увидеть, ребятки. Пустынная и прекрасная. Но это наши местные жители. С правой стороны санаторий «Дюна». Здесь еще пальмы у нас не закрыли. Обычно их делают, так сказать, пальмодрарий. Но пока пустота. И солнце выглядывает из-за тучек. От этого становится еще интереснее. Но уже их все сюда перевезли. То есть уже полностью сформировано под будущее заграждение. Но как они стоят. Молодцы. Видите, в один раз закупили пальмы. И уже сколько лет используют эту красоту для создания атмосферы отдыха и курорта. Вот жалуются постоянно, что в Витязево мало мусорок. А вот мы с вами идем по параллели. Вот просто обратите внимание, на параллели их достатки. Пишите конкретно, где в Витязево не хватило этих самых мусорных урн, чтобы больше понимать, как-то точно бить. Потому что тогда я тоже говорю, вот ребята жалуются, что нет мусорок. Улица Мира, допустим, нет мусорок. Улица Светлая. Местами появляется, но в основном тоже нет. Ну, если центральную параллель брать, то здесь огромное их количество. Меня радует, что здесь сосны поприживались. Даже местами есть платан. Вот, мне кажется, если платанов высадили здесь прям целую аллею, было бы нереально круто. Вот, цветок какой-то прижился. Кто знает, что это, напишите обязательно. А где-то и платан, наверное, и сосна. Правильно назвать их, друзья. Фрукты, овощи закрыты. Ну, то есть для тех, кого интересует вообще, что происходит на параллели тишина. От слова совсем не работает нифига. Хотелось бы хоть что-то функционирующее, но, к большому сожалению, все уже спит. Ждет следующего года, чтобы сюда приехать и возобновить. Кстати, я так и не понял в этом году, почему здесь появились цветы. Ну, красиво, спасибо. Это прям
вызвало уважение и появлялось хорошее впечатление, надежда на лучшее. Красота. Непривычно, конечно, смотрятся все эти кафешечки за решетками, закрытые, забитые. Но мы будем верить в чудеса, что скоро забьется сердце курорта снова силы. Осталось совсем немножко уже, конец октября, что там? Что там, 8 месяцев, ребята, и мы снова, даже пускай 7, можем встречаться с вами на юге. Совсем ничего. Туалет, кстати, здесь работал до последнего, больше не функционирует. Совсем немного нам осталось, чтобы дойти уже до моря. Вот даже магазин не стал работать, закрылся на межсезонье. Ну и правильно, меньше будет мусора на пляжах. По крайней мере, мы на это очень сильно надеемся. Здесь... Смотрите, еще работает наливайка-разливайка, что ли? Или они тоже уже просто закрываются? В любом случае, походу, еще вариант налить и выпить прямо возле моря имеется. Это, конечно же, радует нас. Ну что, здравствуй, пляж поселка Витязева. Рады тебя видеть. О, лучший транспорт для Витязева. Кататься на велике. Наши дюны, привет вам. Слева-справа. Ветер бесплатно подметает, заметает мусор, чтобы его видно не было. Но будем надеяться, что все-таки вот эти вот страшные элементы благоустройства тоже уберутся. Потому что выглядит в данный момент времени это не очень презентабельно. Хотелось бы чистоты и красоты. Ну, по крайней мере, мне. Может быть, вам и так нравится. Напишите, дорогие друзья. Что это Юра возмущается? Прохода на пляж нету. Я думаю, такие интересные таблички. То есть здесь ходить было нельзя даже на пляж. Кто-то со своими пёселями гуляет на поводке. Девчонки приходят, кто-то просто музыку слушает. Кстати, туалет у нас так и не работает. Краски, да, ребята? Просто выходим на пляж, такая тучка заходит. Это, наверное, тот дождь, который сегодня обещали. Надо быстрее летать, а то стараемся остаться без полета над морем. Будем довольствоваться сегодня только паралией. Ну а так, масштабность, красота. Как вам, друзья? Я бы, честно, даже искупался, но... И когда ты проводишь в море по 2-3 часа при катании на кайте, что-то, знаете, как-то особо купаться уже потом не хочется. Так напиваешься этой воды, купаешься, кайфуешь. Это все еще и шторм происходит. То есть вот желание утренних купаний у меня пропали вообще напрочь. Потому что раньше прям вот очень хотелось проснуться, пойти искупаться. А сейчас вот когда накупаешься, накатаешься, думаешь, ну хватит, все хорошо. Здесь у нас девчонки отдыхают. У них такая как лавочка. Красота. Давайте до моря дойдем, потом вернемся, наверное, вот сюда или туда и полетаем с вами. Пока еще дождик не пошел. Вот так шикарно. Люди есть. Вот эти раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, двенадцать, 13. С той стороны тут сразу семья идет плюс 5, 18. Ой, в ту сторону там вообще огромное количество людей прогуливаются по берегу. В общем, людей, ну, очень много. Классно. Сегодня такой аромат моря, просто великолепный. Такие вот виды шикарные. Температура воздуха 18,2. Сплошная красота, дорогие друзья. Ну что, замеряем воду, а пока я меряю, полетели. Полететь-то полетели, и в этот раз как бы полет был просто прекрасен. Было очень круто, я его как-нибудь обязательно повторю, но долетел в этот раз я только до аквапарка. К большому сожалению, у нас камера перестала записывать видео, GoPro подвела в очередной момент, но в любом случае вот такой вот вид на Витязева. Температура воды 17,4, дорогие мои. Шикарное море, шикарная погода для того, чтобы приходить, отдыхать и наслаждаться. Ну, из последних новостей снова заговорили о том, что в Анапе хотят построить новую Анапу, очень большие инвестиции. Ну, вот я честно думал, что вот в связи с СВО у нас, наверное, все денежки, которые планировалось потратить туда, пойдут на нашу армию, на поддержание там солдат, чтобы люди перестали скидываться средствами, покупать там очки ночного видения, прицелы ночного видения в армию, бронежилеты и так далее и тому подобное. И хотелось бы действительно, чтобы это туда и направилось. А то получается, это неправильно. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Дорогие друзья,
Всех люблю, целую. Спасибо всем, кто за нас сейчас противостоит всему злу. Это прекрасно. Также желаю всем, чтобы скорее было над всеми мирное небо над головой. С вами был Юрий Азаровский. Желаю от души, чтобы в каждой семье царил уют и покой. И напоследок море вам, дорогие мои. Всем пока.